Здравствуйте! Мы сейчас с вами находимся в обновленном банном комплексе «Карибия». Русская баня – наша гордость. Здесь настоящий легкий пар, мягкий жар и чистый воздух. Достигается все это благодаря установленной в бане настоящей русской каменной печи. Чугунный заряд, который весит 7 тонн, а полностью печь вместе с зарядом весит 30 тонн. Характерный звук хлопка при поддаче как раз и образует этот легкий пар. Температура достигает до 100 градусов. Влажность при этом 40. Париться в такой бане – одно удовольствие. Уверен, вам понравится. А это снежная комната. Здесь установлены 4 снегогенератора, которые вырабатывают настоящий пушистый снег. А температура воздуха достигает здесь до минус 10 градусов. Снежная комната дает возможность экстремально охладиться после посещения парной. Это, безусловно, изюминка нашего комплекса. Аромасауна. Воздух, который насыщен целебными эфирными маслами и наполнен тонким ароматом цветов. Стены выполнены из панно можжевеловых спилов. Температура достигает здесь 60 градусов, влажность при этом 50. Травяная сауна. Температура здесь достигает 60 градусов, влажность до 50. Здесь мягкий микроклимат и аромат луговых трав. Идея этой сауны позаимствована у шведских фермеров, которые топили такую сауну душистыми травами. Травяные пары благоприятно воздействуют на организм. Поэтому, находясь в этой сауне, вы не только отдыхаете, но и оздоровляетесь. Теперь у вас есть возможность побывать в традиционной индейской бане. Еще она называется «Дом горячих камней». На стенах традиционный индейский орнамент. Здесь много пара, которая оседает на стенах и благодаря форме купола стекает по ним. Также над печью расположена чаша с ароматными травами. Она подарит состояние полного расслабления, как после хорошего сна. Температура здесь до 60 градусов, влажность при этом 70. А вот сауна с настоящей белой гималайской солью, где воссоздан микроклимат природных соляных пещер. Кирпичи при нагреве выделяют в воздух отрицательно заряженные ионы, а солегенератор дополняет этот процесс. Отрицательно заряженные ионы соляной сауны положительно влияют на иммунную систему, улучшают настроение, успокаивают, устраняют бессонницу, повышают иммунитет. Температура в сауне достигает 70 градусов при влажности 30%. На потолке у нас настоящие соляные сталактиты, которые и делают эту сауну по-настоящему уникальной. Также у нас есть индивидуальный хамам. Мы рады вас приветствовать в обновленном банном комплексе «Карибия».